Полиция Севастополя устанавливает личности трех мигрантов, которые сбили 19-летнего студента одного из городских вузов. Парень обратился в дежурную часть МВД России по Ленинскому району с заявлением о нападении. Молодой человек сообщил правоохранителям, что вечером на улице Коммунистической в частном секторе его догнали трое неизвестных, сбили с ног и попытались отобрать рюкзак. При этом нанесли несколько ударов. Пострадавший по разговорам мужчин понял, что они приняли его за закладчика наркотиков. Как только ему удалось отобрать рюкзак, молодой человек стал звать на помощь, после чего правонарушители скрылись в неизвестном направлении. На данный момент сотрудники полиции проводят доследственную проверку и устанавливают личности нападавших. Основываясь на информации, появившейся в социальных сетях, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту причинения телесных повреждений студенту. Следственные органы СК России по Республике Крым и Севастополю ходатайствуют о передаче материалов в свое производство. Ход расследования будет на контроле в центральном аппарате ведомства.